Погоди, Алексей, так он же реально разворачивается в Запад, не на Китай. Ну, он же это всегда делает, Freedom, это вообще не новость. Но товарооборот реально увеличивается, если следить теперь. Товарооборот это еще не есть разворот его политический какой-то там. На самом деле у нас и был товарооборот большой. Возьми, например, 7 лет назад, что было. Второй торговый партнер Беларуси и Германия. Второй. Оно волнами то увеличивается, то падает Украина потом. третий. На самом деле я скажу, когда он увеличивается. А, смотрите, какая ситуация. Товарооборот со странами Запада увеличивается в тот момент, когда в экономике чуть-чуть увеличивается покупательная способность. То есть, когда Беларусь становится богаче, он покупает западный товар. Когда кризис и обнищание, он покупает восточный товар, потому что он дешевле, хоть и хуже качеством. Вот и все, вот и весь вся разгадка. Ну, вот Мы этот на момент экспорте настал. говорили. Погоди, тут еще, ну, ты прав абсолютно в этом плане. Так еще получается, ну, экспорт в Россию уменьшается. То есть официальная статистика говорит, что экспорт в Россию уменьшился. То есть потери большие сейчас за этот год. Ну да, белорусский товар не конкурентоспособен даже для России. А помните, раньше мы хвастались, что вот мы будем производить все, и это все на российский рынок экспортируется, это огромный рынок и так далее. В Европу мы не влезем, потому что там конкуренция. А сейчас даже в Россию, с России уже выталкивают. Вот и все экспортоориентированная лукашенковская экономика.